4 числа в 4 четверть часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию, но 33 корабля лавировали, так и не вылавировали. И потом протоколом запротоколировал, как интерьером лигурийский регулировщик чисто рапортовал, так зарапортовался про размокропокоившуюся погоду, чтобы инцидент не стал предъявленным судебным прецедентом. Всем здарова, ребята, я Никас, и добро пожаловать в новое видео. Не знаю, попадет ли это в сам видеоролик, но я зашел на вип-сервер, и я не могу двигать мячик. Вот сразу так, да, вот неожиданно, я не могу, короче, двигать мячик. Впрочем, что я хочу вам сейчас сказать. Я покупаю сезонный пропуск. Новый сезон, кстати, появился, вот он. Меня, кстати, сразу же зашел, и мне дали... Где реварды, где, вот. Мне дали Free XP, не знаю, странная фигня, но походу реально упростили сезон до такой степени, что Free XP теперь есть. Давайте купим тогда пропуск сразу. У меня останется 124 робукса, нет. Все, мы с вами купили, отлично, теперь мы можем получить призы за 3, 5, 7, 9 уровень. Мне, кстати, нравится велосипед. Погнали, посмотрим, как они у нас все выглядят. А, очень интересно, не знаю, попадет, не попадет, хочу, чтобы попало. Поехали, смотри. Сначала нужно сбежать из тюрьмы, добежать до машины, сесть в машину, доехать до гаража. Все очень серьезно, сложно. Кстати, 9 уровень. Погнали, посмотрим, что у нас там. Там все летает, там вау-вау-вау, полосочки всякие. Погнали туда, доедем и посмотрим сразу на машину. Кстати, вода пропала, я сейчас только заметил. Куда она делась, интересно? Так, где машина новая? Вай, двери анимированные. Вы посмотрите на нее. Вай. Ну, если честно, то... Не особо, я бы сказал даже. Это что за парашюты? Это что такое за парашюты? Это что? Кто летит? Кто летит? Ты кто? Какой-то человек спускается у нас с вами на парашютах. Прикольно. Не, я уже взял, сел и уехал на этой машине. Смотрите, они даже колонки, динамики проработали. Я валяюсь. Не знаю. Машина как машина, короче, чего нового. На вот скорость посмотри, когда пройдем мы. Кстати, забыл сказать. Эту машину мы получим за 8 уровень, не за 10. За 10 мы какую-то странную текстуру получим. Ладно, сейчас все просмотрим, осмотрим в гараже уже самом. Бра. 111 миль проехал. Красота, красота какая. От тюрьмы-то до гаража ездить. Да, далеко прямо получается. Так, смотрите, значит, мы берем, спавним Porsche. На Porsche что-то гараж какой-то странный, но его перенесли, походу. Давайте сменим место расположения, хотя бы вот до сюда доедем, потому что мне слишком тесно в том гараже. Так, давайте посмотрим. Спойлера, значит. Спойлера у нас. L, all. И где велосипед? Ты не велосипед. Где мой велосипед? Вы посмотрите, какой прикольный спойлер! Просто в шоке. Красиво, слушайте, красота какая. Велосипед поджало, конечно. Ожидание, реальность, совершенно разные штуки. Фигня какая-то. Чемодан, что ли? Чемодан, походу, и глайдер. Глайдер, кстати, тоже прикольно выглядит, но точно не для машины. Так, давайте еще колесики посмотрим. Колесики, где вы колесики? Колесики, рим. Так, колесики, новые, двое новых колес. Вай, я думал, кстати, говно полная бота, они реально выглядят. Эти нет. А вот эти прям, ну, смотрятся на самом деле. Почему нет? Не как Дина, конечно, но смотрятся. Тут что у нас есть? Тут ничего нового у нас нету. Так и все вроде пол... А, раскраски, точно, текстурки новые. Всего одна. Какая-то странная текстура, покореженная дорога, такая старая. Прям, не знаю. На любителя, что у нас еще? А, так все получилось, серьезно? А, горн, горн еще у нас есть, еще есть горн. Который, кстати, был... А, нет. А почему до конца не даете дослушать, блин? Пукалка какая-то. А, вот.
Ну все получается, сезон вот весь, все. Все, что нужно и стоило было ожидать. Кстати, старты Robbery Bank и Rob Train Without Dying. Ну типа не страшно, но можно и полегче было. И Донат, один криминал и кар... Вот сложное задание, карго план вызвать два раза. Чё за фигня, блин? Поехали, вызовем. Кстати, обновилось еще время, теперь только через 24 часа можно будет заходить и сезоны проходить. Давайте сейчас вызовем самолет тогда, получается. Ночь, ненавижу ночь. Ненавижу это время суток в игре, все темно и ни хрена не видно. О, чё за сюрприз? Получается, аэропорт... Куда мы ехали вообще уже? А, в аэропорт мы ехали. Правильно, мы ехали. Двери убрали, в аэропорт может попасть каждый, кто... А, мне за копа зайти же надо, ёпарасоте. Ну да. Спасибо, что гараж показали, кстати. Вертолет на вертолете полетели. Ну и чё, ночь на улице, все фигово, да, все у меня солнце светит, глаза слепит. А тут ночь, поезд. Кстати, блин, поезд надо было грабить. Слишком много заданий, и ты пытаешься разделиться сразу же на несколько видов, получается, что ли. Не знаю, как еще сказать. Можем? Да, мы вызвали. А почему у меня слетело? Что? Блин. Вот это, конечно, фиаско сейчас реально было. Я взял задание, но вызвал, вернее, самолет, но задание не взял. Вот это фиаско. Не, я не могу это сложное задание. Смотря, вернее, как тебе повезет, тут же еще на везение есть. Есть такой варик, что из поездов, которые, кстати, дорога удобно поставлена теперь, что она едет сюда. А туда дорога неудобно стоит, теперь разгоняться неудобно будет. Ну, если честно, то обнова со всем островом, ну, так себе. Ну, прям не нравится, не понравилось. Ну, нет, не то, что хотелось бы увидеть. Потому что ждал большего, гораздо большего. Даже если пускай маленькую, да, карту выложили. Ну хотя бы, чтобы вот до сюда, но не больше. Ну, сделали больше, но они сделали ее пустой. Типа на следующее на обновление, скорее всего. Чтобы тянуть как можно больше контент, которого осталось совершенно мало. И джелбрейк скоро загнется. Кстати, многие спрашивали, где находится джетпак. Джетпак у нас с вами находится вот в этой части города, в новой части города. Если посмотреть на карте, он находится у нас с вами вот здесь. Смотрите, давайте спущусь на машине лучше. Я даже не знаю, первый раз здесь езжу. Скорее всего, здесь объезд вот такой должен быть. Ладно, с лайфхачем не поеду туда. Проеду здесь. Отлично. Кстати, машина стоит здесь у нас. Так, получается, вот лестница. Ее, наверное, вообще не видно сейчас. Вот лестница, вот, сейчас ее видно. Смотрите, получается, это у нас вот здесь, вот верхняя часть карты. И здесь у нас находится джетпак. Вот на этом здании, оно у нас находится крайне около воды. Здесь и находится. Сколько раз слово находится, сказал, мне интересно. И вот мы поднялись наверх, и здесь у нас находится джетпак. Вот он лежит у нас. Ни хрена не видно, блин, бесит, раздражает, что ночь на улице, прям фу-фу-фу. Не хочу ночь, хочу утро. И все, поехали, короче, сейчас, значит, к тюрьме съездим. И я себе заспавню, не заспавню, поменяю команду. Заспавню прессонера, хотел сказать, но поменяю команду всего лишь, да. И пойдем грабить поезд. Потому что там по грабежам поезд нужно грабить из банка. Принять. Так, надо сейчас со второго аккаунта, получается, зайти и выдать себе карту. Лайфхаки, лайфхаки, смотрите-ка. Самолет уже, кстати, обратно вроде летит, я пока ничего не вижу. Темнота на улице. Так, давайте, вы видите это, да? Вы это видите? Да, да, сюрприз такой, здравствуйте. Сейчас, значит, зайдем ко мне на VIP-сервер, где у меня джелбрейк. Значит, джелбрейк, значит, сервера. Дальше идем вот сюда, нажимаем join. Еще раз, Джон. За отлично все. Что? У вас нет доступа? Я что, доступ закрыл? Серьезно? Сейчас открою доступ. Извиняюсь, Никас. Извиняюсь, мой второй аккаунт, но я, походу, закрыл доступ. Так, значит, сначала мы быстренько выполним все за полицейского. Так, я там, кстати, вот вы не видите, а я там валяюсь, лежу. Я успел, да, показать, что я уже стою? Ладно. Так. Блин, копа.
Опа, ресеты. Ага, Without Dying. Ну, сейчас, полетели, значит, арестовывать тебя. Умирать-то нам нельзя. Спасибо джейлбрейку, который ради одного человека нам умирать. Смотрите, мне засчиталось, что вызвал самолет. Смотрите, а если я вызвал самолет, то я сейчас его еще раз вызову. Так это реально лайфхак получается. Вы че? Нифига себе. Так, ладно, давайте сейчас арестуем самого же себя, который сидит в тюрьме. Двери открылись все, кстати. Так, вертолет, привет, ты где? Стукни меня, пожалуйста. Спасибо. И все. Ты арестован. Ты арестован. Все. Ты никто. Так, нет. До самолета нужно проверить, можно ли мяч толкать. Вот он. Тебя можно... Ну, что такое с пингом-то, хать, скажите мне. Так. Мяч. Ты бычишь на меня? Я не понял. Короче, ребят, запомните, этот мячик бычил на меня, надо с ним разобраться. А я пока самолет пошел, посмотрю, летит или не летит, можно вызвать, нельзя вызвать. Так, скажите, что можно вызвать самолет. Да ёпперес, это что, нельзя, что ли? Что, нельзя? Вызвал! Чё? Серьезно, можно просто было подлететь и на Е нажать? Хоть 200... Ладно, все, я сломал систему, ничего не знаю. Типа прикольно, все, супер. Так, теперь можно сделать очень большой рискованный шаг, зайти сделать так. И вторым собой сделать вот так. Кстати, я в тюрьме появился. Там по звукам слышно, что я уже выбежал. Побежал открывать себя же. Спасать. Помогать. Так, мне что получается нужно сделать? Мне нужно банк изи. Вообще изи. Не почувствую. Так, какую машину возьму сегодня? Возьму сегодня Урус. Урус. Поехали на Урусе, съездим, покатаемся. И заедем в банк. А банк у нас с вами и закрыт. Здравствуйте. Когда вы откроетесь? У меня есть карта. У тебя есть банк. А у меня карта. Когда ты откроешься? Ну и чё, и долго ждать. Jailbreak. Карго-трейн. Кстати, карго-трейн нужен. Поехали. Вот вы посмотрите видос со всем обновлением большой карты только в понедельник. А мы его еще не снимали даже. Так что, вон босс. Он еще серьезно оттуда выезжает? Да ладно. Фига себе, ты далеко. Издалека выезжаешь. Офигеть, я просто в шоке. Казино, так и пишется. Казино открыто. Лол. Внимание, торги поднимаются, 2,5, и можно сваливать до 3000, и сваливаем отсюда. Все, больше денег мне не надо. Я хочу уже бежать к банку, который, скорее всего, должен быть уже открыт. Но, скорее всего, нет, потому что мне не приходило вроде оповещение. Только сейчас об этом вспомнил. Может, за фонарем сходить, а? Ну, типа, сейчас я отойду, сяду в ламбу, и банк откроется. Вот, приеду, возьму фонарик, приеду к банку, и банк откроется. Вернее, в каждой шутке есть доля правды. Да ёпперес! Вот я просто гадал, все. Этот банк, блин. Я только фонарик взял, чтобы нормально постоять, посмотреть, значит, а он взял и открылся, короче. Вы прикиньте, да? Врезался еще и в ламбу. Ну все, я понял, я проклят. А, мне старт, ну, ограбим, ладно, ничего страшного не произойдет. Что мне за глупость делать надо? Блин, надо было пончик еще около Никаса съесть, так что Никас может заходить обратно, ничего страшного не произойдет. Никас, заходи, Никас. Смотрите, ко мне сейчас Никас зайдет. Смотрите, вот, значит. Давай, присоединился. Все, к нам присоединился Никас. То есть, получается, на сервере целых 2 Никаса. Где вы такое еще увидите, кроме как не на моем видеоролике, я не понимаю. Целых 2 Никаса на сервере. Это прям кайф, прикольно, что. Главное, сейчас не умереть будет. То мы умрем еще, знаете ли, прям под конец. Не знаю, каким-то странным образом. Ну да, сложный банк. И реально я второй уровень не апну, походу. Прикиньте, что. Офигеть.
Так, пончик, дай мне пончик. Спасибо за пончик. Пончик. А, нет, смотрите, апнул. Все, изи. Изи-пизи. Апнул второй уровень. Ладно, короче, ребята, мы с вами выполнили все задания, которые мы сегодня хотели выполнить. Все, купили сезон ревард. Ну а с вами был Никас, всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Сегодня по-другому сказал, вот вообще неожиданно, а теперь скажу по-другому. Не забываем ставить канал, подписываться на лайки, а также писать свои хорошие комментарии. Ну а с вами был Никас, и всем удачи, всем пока. Вот, закончу так странно. Пока-пока.